Эмпатийные связи – это связи, когда мы можем чувствовать человека через свое тело. Обмануть в таком случае, например, ну, невозможно. Если вам надо снять информацию о человеке достоверно, вы не будете знать, было у него 7 жен или было у него 1 жена. Да? В браке у него сейчас есть штамп в паспорте или нет. Но вы будете знать, счастлив он или нет, что он чувствует во взаимоотношениях, хочет ли он ей изменить или хочет ли он уйти и так далее. То есть все, что проходит через чувства, через эти связи, вы можете с человека снять через эмпатию. Как это делается? Для этого достаточно на уровне лица и рук одеть человека на себя. То есть вы начинаете фиксироваться, например, через его фотографии, фиксироваться на его нос, как он дышит, как он чувствует воздух. Потом вы чувствуете кожу, щек. Потом вы чувствуете, как он видит, вы, его брови. Вы ощущаете его волосы. Вы ощущаете вот всю его голову. Вы ощущаете его руки. В какой-то момент вы понимаете, что вы чувствуете мир, как этот человек. И, соответственно, если в этом человеке есть лживое стремление там, завязать бизнес для того, чтобы кинуть другого человека, вы это четко знаете. Для того, чтобы все, что можно снять на уровне ощущений, через эмпатийный канал, через канал ощущений, это кинестетический наш канал, да, это все снимается с другого человека. И вот эти наработки, эмпатийные наработки, это называются эмпатийные связи, они достаточно широко применяются в экстрасенсорике. И это та часть, которая реально базируется на научной основе, да, на психологической основе, она достаточно хорошо откатана. Если кому-то можно, ну, эта тема интересна, тема эмпатийных связей, это большая тема в экстрасенсорике, они достаточно объективные и качественные. Потому что эти каналы не совпадают. Я поэтому и дала это как тест, чтобы вы для себя отметили. Потому что когда вы начинаете, ведь что такое все эти экстрасенсорные вещи, психические вещи, психологические вещи, это изучение себя. То есть можно давать что-то, вот рассказывать сказку, да, а можно вот просто вы сейчас себя изучаете и для себя делаете заметки. Вот это у меня работает, вот это не работает, вот это я буду использовать как объективно, вот это не буду. И вот эти вот наработки, из вот этих маленьких наработок, это есть тренировка. Из них потом складывается ваша объективная информация. Не просто субъективное, да, а объективное. Более того, из этих наработок, их много маленьких, но из них складывается элемент доверия самому себе. Понимаете, в чем фишка? Потому что большинство людей, которые начинают что-то чувствовать, что-то снимать, что-то получать, они себе вообще не доверяют, глушат и говорят, ерунда все это. Так вот, преодолеть вот этот порог под названием ерунда все это, помогает вот эти маленькие наработки внутри себя. И в какой-то момент, когда у вас, вы понимаете, это сработало, это сработало, это сработало, в какой-то момент оно все принимается за норму, да, и вы больше себя не игнорируете. Вы с какого-то момента вы говорите, да, вот так есть. И на самом деле в обратную сторону тоже могут быть перекосы. Там можно услышать, что вы там сумасшедшие или еще что-то, я это часто слышу. Вот, особенно от близкого круга окружения, когда ты какую-то информацию берешь, не всегда человек готов слышать, что ты эту информацию взял, да, вот, но вам это уже будет все равно, то есть степень доверия вас к себе, она будет превышать степень доверия вашу к окружающему мнению. У вас есть свои наработки, у вас есть свои результаты, да, вы знаете, что у каждого человека есть погрешность. Да, вы тоже люди, вы можете ошибаться. Это остается, но степень ошибки у вас уже снизводится до какого-то уровня, который вы себе позволяете. И таким образом, получается, вы уже можете работать тогда и выдавать действительно какую-то качественную информацию и для себя, и для людей. Но, опять-таки, это все идет через тренировки. Нету процесса, вот, чтобы человек, которому ударяла молния, у которого все нормально с межнейронными связями, с мозгом и так далее, который не уходил в какие-то экстремальные ситуации, вдруг ни с того ни с сего стал экстрасенсом. Восприятие человека расширяется через снятие ограничений и через позволение себе. И каждый раз через изучение себя. Чем больше мы себя изучаем, тем больше мы себе позволяем, тем больше у нас рождается интерес себя дальше изучать, мы тогда делаем следующий шаг. В какой-то момент наступает вот это вот состояние, когда да, это принимается мозгом, и мозг говорит, да, это здорово. Вот это вот расширение, например, в методике
все-таки у Бронникова, я ее очень люблю, при всей ее примитивности, она дала мне очень много таких хороших пунктов. В ней есть такое предупреждение, когда еще только курс начинается, ну и людям говорят, вот смотрите, мы занимаемся тут спектром, расширением спектра восприятия человека. Ну, человек прокачивается и в какой-то момент начинает чувствовать больше. Его чувствительность, именно тактильная чувствительность, развивается за время курса. И есть в течение месяца-двух такой момент, когда человек, вот он ходил, и мозг его запрашивал, да, вот здесь я чувствую больше, да, вот здесь я чувствую больше, да, вот здесь я чувствую больше. В какой-то момент мозг принял вот эту чувствительность за норму. Запрашивает, нет, у меня это норма, нет, у меня это норма. А норма, человек потом говорит через два месяца, слушайте, так я всегда так чувствовал. Он не помнит то, что он вообще там ощущения не гонял. Вот. Поэтому хорошо, когда он вначале записал, чего он все-таки не чувствовал, да, а потом через два месяца, когда мозг принял это за норму, за базовую установку. Так вот здесь точно такая же ситуация, только она относится абсолютно к всем каналам восприятия. Когда человек себе раз включает мозг, и у него, я себе позволяю. И здорово.